Если не можешь найти с ней контакт, используй метод подбор, но аккуратно. Ну, привет! Всем здорово, ребятки! Продолжаем стасис. Мы остановились на месте, где мне нужно понять, в какую шахту двигаться. Есть предположение, что собаку надо чем-то ёбнуть. Спутанная шкура, похожа на бежевый... Что? На... Так, спутанная шкура похожа на бежевый коврик, ребра выпирают, будто ксилофон, готовый сыграть печальную мелодию. Ну, наверное, не будем подходить, пусть он там облизывает. Мне, блядь, кажется, вот, сука, вот прямо отсюда. Ну чем-то надо ковырнуть его, надо чем-то ковырнуть, сука. Блять, а что если... Так, есть идейка. Вижу, работа предстоит немало, ваш долг очень важен, пропустить Т, да? Ага. Палку никак. Здесь тоже уже нечего брать. Но вот это вот что такое? Раз, два, три. Та-та-та. Но это не подсказка для этого. Блять, ну подбором заниматься, блять, так не хочется прям. Погоди, ха. ПМ. А все ПМ. Декомпрессия газа, блядь. Вся херня. А где мне это взять? Я просто не понимаю. Тут еще и по одному можно менять, так что ты ну хер вообще угадаешь. УИК, ВД, ДГ. Ну откуда я знаю, что это такое, блядь? Ладно, допустим, это просто хуйня какая-то. Вот это что за показатель? Что это за показатель? Его не было там. Как обычно, чего-то не замечаю. Может, здесь что-то есть? Ммм. Стоп, а я сделал эту штуку? Просто поклацал? Лианы можно разрезать чем-нибудь острым. Вот бы у меня были когти. Ага. Значит, нужно что-то острое. Когти. Когти. Может быть, он намекает на собаку? Погоди, а вот это что такое? Ах ты, сука, припрятали его тут, а? Пидарас. А, нет, стоп, стоп, стоп. Найдено... Раздвижной проход. Тоже нет. Так, понятно, короче. Они тут просто приныкали, блядь, все ходы и выходы. Тут можно где-то защемиться случайно. Блядь, ну ладно, ну пойду к собаке, что делать. Ну, убьет так убьет, ничего страшного. Открой достижение третья смерть. А ей похуй.
Где? А может быть здесь что-то? Тут вообще не показывает, чтобы я что-то мог взять. Нужно сначала разрезать лианы. Там журнал, там выход. Эта херня, это выход. Блять, я не понимаю. Постой, постой, постой. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Если с чем-то нельзя... Вот это что такое? Трубы. Так, погоди. Если с чем-то нельзя взаимодействовать, это не значит, что нельзя на это посмотреть. Так, судя по количеству веток жестяных банок. Брошенное оборудование. Фильтр. Вышел из строя давно. Двери заперты, я так и понял. Экстренные переборки опустились. Может быть, кто-то с той стороны все-таки выжил? Пол. Мокрый пол, явно признак заброшенности. Но вот это что-то такое, блять, важное, я уверен. Это что-то надо, блядь. Левый верх, правый низ, средний низ, вернее. Так, левый верх, средний низ, правый, второй. Как брать будет? Я просто не замечаю чего-то очевидного. Блядь, как обычно тыркаться, блядь, вот это вот ходить. Веревки можно разрезать чем-то острым. Блять. Я не вижу. Ничего не вижу. Не наблюдается. Не знаю, может за нее перейти. Блять, да ты... Ах ты, сука! Так. ОЕГ, ВД... Блять, да пошел ты, сука, нахуй. Я же говорил, что-то очевидное. Ух ты, пидорас. Ну ладно, хотя бы на восьмой минуте. Да, на восьмой минуте. Так, тарати, тарати, тарати. Так. Так. ОЕГ 20, ВД 54, ДГ 26. 20, 54, 26. Так. 20. 54. Двадцать шесть. Ну вот. Так. Так еще раз. ОИК 20, ВД 54, ДГ 56. Так. ОИК. ОИК 20, ВД 54, ДГ 26. Все же правильно. Что я не так сделал? А, наверное... А, не, ну стоп, стоп, стоп. Ручку-то я покрутил уже. Чё.
Ну. Может быть, ему надо было отдать отвертку, а он ее сейчас поломает. Но ей не с чем ее совместить. Нужно что-то еще. Блять. Сука, не дай бог, все-таки отвертка. А, вот. Внимание, повторная калибровка центральной системы наблюдения за атмосферой. Внимание. Вот что это было. Вот, вот и вот. Я скоро отправлюсь домой. Молодец, Мосси, ты самый умный медведь на свете. Встречаемся в фойе. Я ж, сука, сказал, блядь. Это что-то важное. Не перехваливай его. Да иди ты нахуй, я пиздец какой умный. Я справился за 11 минут. Это, блядь, лучший результат пока что. Ох, бля. Ох, бля. Что за чертовщина? Не такая уж махина и прочная. Перепад давления и все, кранты. Чак, Марли, Мак, Чарли, так, водолазному колоколу крышка, без него наверх не подняться. Куда хуже то, что мы в ловушке, а вода подступает. Что ты там говорила? В глубине царит покой? Чарли, Мак, в порядке? Нет, Моисей, не в порядке. Тут потоп, нам нужно выбраться. Так что? Ага, панель управления двери. Попробую разбить стекло. Разбивать стекло опасно, Мак. Спасибо, Моисей. Черт подери, короткое замыкание. Нужна перемычка. Ручка не держится, дверь не удержать, открой. Что нам теперь? Проходи в дверь. Но я разберусь, иди живо. Ну, ну. Мак. Помехи. Моисей. Помехи. Мак, ты меня слышишь? Ну понятно, они нам связь обрезали. Черт, подери, черт. Карты. Пока бесполезно. Останки. Свеча зажигания. Так, ладно. Чарли, слышно? Мак, слышишь меня? Ага. Ох, слава богу. Рано радоваться, потоп никуда не делся. Воздуха все меньше. Ладно. Разберемся. Разберемся. Ага. Блять. Так, что-то еще есть.
Блять, я забыл нахуй. Сука. Так, низ это, понял. Все. Блять, низ это. А это что? Он сейчас задохнется, пизда. А, бля, сука, вот что надо. Так, это нет. Сука, зараза. Да. Так. Это... Да. Это нет. Блять, падаль. Так, да, да. Нет. Блять, это точно нет. Тут два надо. Тут тоже два надо, но здесь нельзя, блять. Так, два. Один. Да сука! Да я сейчас запутаюсь нахуй, он задохнется, все, ему пизда. Не-не-не-не-не-не-не. Так больше всего подходит. Вот это, блядь, вообще почти в самую... Абсолютно в дырочку. Да ну нахуй! Дергай ему рычаг. Ебать. Пизда. Как это было долго. Оу, щит. Ну что, все, плывем открывать шлюз. Сколько? Ну я, наверное, минут 15 проколупался. Получен запрос на техобслуживание. Моисей, привет, Мак. Тебе, похоже, не очень весело. Да уж, дело говоришь. Можешь открыть вентиляцию? Я отправил запрос на техобслуживание. Милый Мак. Техобслуживание — дело важное. Ну? Неплохо, медведь. Мак, я рад, что ты не мертв. Он не просто игрушка, да? Может, ты и права. Где ты? В каком-то отсеке для спасательных капсул. Похоже, он закрыт. Секундочку. Да, это отсек для спасательных капсул. Правда, вот так сюрприз. Ни одной не осталось. Такая-то разница. Хоть кто-то отсюда выбрался живым? Погоди-ка. Не все капсулы пропали. И не все выбрались. Неразборчиво. В смысле? Кто-то выжил? В одной из капсул кто-то есть. Не двигается, но... Что-то слышу изнутри. Эй, меня слышно? С вами все в порядке? Ну, понятно. Так. Угу. Будет непросто. Капсула закрыта герметично. Если слышите меня, пытаюсь вас вытащить, без паники. Нет. Так, скорее всего, надо за нее играть. Я не успел сюда дойти. Так. Ох, ёпта, заметки, корзины, изображения.
скример, сука, будет или нет? Так, заметки. Сообщение. Явление нового Нумена. Мы рады сообщить о рождении нового Нумена, помещенного в Стэм сегодня. Имя ему Иеремия. И было так, один из девяти омрачил сплетение своим презрением и законом, и посеял раздор своим неправедными деяниями. Но церковь милосердна, посему этот Нумен получил возможность раскаяться и встать на путь истины. И да будет это уроком всем тем, кто осмелился перечить воле Кейна. Ой, блядь. Так, строительство лаборатории Альфа, тра-та-та, код, короче, личный журнал. У меня сегодня день рождения, мне исполнилось 90 лет. Ой, блядь, короче, нахуй, мне так похуй на тебя. Нашла скафандр, ускоритель, похоже, поврежден. Система Кейн, биотехнический скафандр для глубоководных работ. Проверка. Внимание, перед началом работы скафандра требуется техобслуживание. Система отопления повреждена или отсутствует? Ускоритель поврежден или отсутствует? Легкие повреждены или отсутствуют? Калибровка давления, да я ебал, ты что? Ага. Ускоритель поврежденный зажигания. Ага. Я понял. Да мне похуй, что ты... Сука, пропустить. Кто сказал? В смысле, блядь? Наверное, чтоб он выломал. Сейчас зажигание проржавело. Чуть подкрутил, ускоритель заработал. Блять. Так. Ага. Так. Так, хорошо, что эти ускорители модульные, надо только свечу зажигания заменить. Внимание, замена ускорителя принята. Ускоритель работает с установленными параметрами. Легкие повреждены или отсюда. Сука. Чарли, какого черта? Это водолазный скафандр, разрезанный пополам. Ага, так и водолаз внутри него. Где тебя черти носят? Похоже на отсек с водолазными скафандрами. Господи, здесь еще один труп. Продолжу поиски. Может, разберусь, как отсюда выбраться или помочь тебе. Будь осторожна. Так, у меня нихуя нет. Так, ну что, теперь за него может попробовать сыгрануть. Нет. Так, ладно, окей. Ага, кайфуха. Здесь лучше не играть. Запах пахнет смертью. Чем все игрушки ставят сенсорные на обоняние? Может, для реализма? Я реальный медведь. Нереальных медведей не бывает. Ты прав, Мося, прости. Тело на столе. Тут нехуй ловить нам. 7154.
И QR-код. Интерфейс. Система документативно продолжит процедуру ликомикови. Шаблон производителя. Папин документ. Так. Чистый тен. Hello, I am Moses. Так, привет, меня зовут Моисей. Капсулы для добровольцев. Что они здесь сделали? Ты так прекрасно знаешь, если они прибыли сюда по своей воле, то явно для того, чтобы вернуть Кейну долг. Если. Дефтайс, мужской, инкубация дней в стазисе 833. Им больно? Возраст, интубация 8. Группа крови нулевая. Так, нет, это уйти. Ужасно. Да упокоится их разум в сплетении. Они страдают? Какая боль? Ну так, блядь, а я прав. Чарли, это любимица Хоуп. Акула, любимое животное Хоуп. Это очень мило. Хищница подверглась. Вы находитесь в аквариуме H1. Любимица Хоуп, холодная, не дышит. Гарпун, медведь, будь осторожен. Может рвануть. Милый маг. Замерзшая катушка. Ой, блядь, опять эти журналы. Нихуя полезного у них. Не, ну потом, может быть, если застряну. Может быть, стоило бы читать. Так, изображение, сообщение. Что у него на пальцах? Пальцы? Что это такое? Ух, ебана, мама. Записи не найдены, заметки. Ух ты, привет. Мне что-то установили. И медузки фотка. Так. Консоль безопасности. Блять, а там 7154. Доступ к системе безопасности получен. Чарли, Мак. Мак, смотри. Похоже на исследовательский ровер, причем большой. Может, на нем получится выбраться? Где он, Моисей? Могу показать. Идет передача координат. Ладно, да, отсюда недалеко. На дне я могу туда добраться. Риск велик. Что поделать, обстоятельства такие. Давление, вот это важно. Температура 1,34 по Фаренгейту, 1 Цельсия, 34 по Фаренгейту, 999, 561. Так, но там отсутствуют легкие. Хорошо. Если положить ее в снег, получится мороженое. Блять. Все, девятки. 561. Ладно, хорошо, постараюсь как-нибудь запомнить. И один по Цельсию. 561. Все девятки. Один по Цельсию. Thank you.
Вы находитесь в зоне хранения продуктов. Доступ ограничен. Экраны. Продуктов? Так. Не знаю, может у него что-то получится. Скорее всего, ей. Что руки промерзают до костей, хоть над костром отогревай, как шашлык. Так, над костром нужно что-нибудь горячее. А, я понял, сука! Эх ты, гандан. Я понял, зачем кнопка проверки. Блядь, как я положу. Так, ладно, окей. Там была еще одна заблокированная подсистема. Нет, пока я отсюда не ушел. Там что-то еще было в журнале. Должно быть, по-любому, по поводу этого трупа. Так. Так, от лица совета директора поздравляю с быстрым восстановлением. Тра-та-та, набора, та-та-та. Так, дальше. Я вырос на инкубаторной станции для лососей. Мама говорила, что я с 5 лет хотел стать морским биологом. Та-та-та. Да, если ты понимаешь, что потерял 70% крови после того инцидента, тебе крупно повезло, дружище, надеюсь, теперь задержание ночные вылазки. Опять постражаюсь, не беспокоишься ты о своей семье, так что мы точно придумаем. Я легко говорить, я папаша богаче, мои родные спингнут на каменоломне. Так, совет посчитал, возможно, одобрить ваш запрос на помещение образца под вашу опеку, учитывая вашу неповторимую связь с этим созданием. Однако нам известно о рвавшемся снаряде, поэтому рекомендуем вам соблюдать чрезвычайную осторожность. Сейчас пытается очистить. Так, доктор Кубрик, прошу прощения, бжж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 ж
работает. Так, глубиной фауны, так, омеги, биологическое оружие, ну или что-то в этом роде, взял образец трупа одного из продуктов, известного микроба, генетическую структуру, огромное уважение, то есть. Так, Тайс, мне сказали, тебя опять видели у аквариума, нам нужно поговорить. Я храню акулу в холодильной камере, сделаю все возможное, чтобы она прожила как можно дольше, пока не отомщу ей сполна. Кубилюс. Так, что мои сообщения... Так, я знаю, что вы читаете мои сообщения, или как минимум знаете, что они к вам приходят. В общем, я разобрался. Микроб находится внутри акулы. Так, таких... Так, микроб эндемик данного региона вступает. Так, заражено здесь практически без исключения. Но это все еще не все еще. PS39 содержится дополнительная геномная информация. Расшифровать невозможно. На спящих в соседней лаборатории, так, смешиваю микроб со святой пылью и небольшой дозой МДМА, пришлось даже вывести их из стасиса, чтобы подобрать все необходимые данные. Так, подопечный иммун продукт. Я дал ей двойную порцию с добавлением. Так, 645, 5А3. Так, да, это незаконно, но за дороги же нет. Я заказал 6 продуктов, надеюсь, в этот раз пришлют взрослых. С этого момента добавлю святую пыль, МДМА получится отличное средство для нейронной передачи. Так, от лица совета прошу вас прекратить использование оборудования или ресурсов корпорации Кейн. Совет ценит ваш энтузиазм, однако текущее исследование не несет практической ценности. Это не галлюцинации, а воспоминания. Воспоминания предыдущих носителей PS-139. Они все связаны единой нейромилицинарной сетью. Подумать только, ты какой тут потенциал, мне нужны новые подопытные. Лестер старый, так это т.д. Так, я предлагаю играть роль местного сумасшедшего. Я продолжаю играть роль местного сумасшедшего. Так, помешал Корее немного волшебного порошка, пока он лежал в медпункте. Посмотрим, что из этого выйдет. Так, Лестер пережил мой эксперимент, так что решил попробовать дистиллированный РНК экстракт PS-139. На себе. Микрозы дают отличный результат. Это как будто сон наяву. Я вижу изображение, слышу звуки, чувствую эмоции. Все это связано в единую нейросеть. Это продлилось всего несколько секунд, но опыт полученный незабываемый. Клянусь,
я коснулся Бога. Мир как будто превратился в картину Ван Гога. Я перенесся в причудливую реальность, в которой миллионы душ кричат в унисон. Милфорд протянул всего час, дела у него плохи. Так, тема запрос финансовой компенсации расходов исследования. Думаете, я дурак? Я знаю опухоль Кубилиус. Так, что может быть? Впрямь дурак, доктор. Примите поздравления с деликатным характером, извините, правилами корпорации, прищу частное исследование. Ой, блядь, как много инфы, пиздец. Передать личные данные, значит, ради чего я исследовал исследование кровью и плотью, пожертвовал, теперь их черед, начиная с этого Галахарда, блядь. Запускаю святую пыль вместе с аэрозольной формой P-139. Вентиляцию пусть все остальные тоже увидят Бога. Заодно связался со старым товарищем на поверхности. Курьер прибудет через неделю, скорее бы уже забрать свои 20% и отправиться на пляж греться на солнышко. Вы все ученые, наверняка известно, что этот прогресс невозможен без страданий. Я лишь недавно осознал, но теперь свободен. Так. Так. Запускай святую пыль вместе с аэрозольная форма P-139. Так. Так, где там были цифры, я помню. Блять. Нет, уже рано, блять. P-139, так. Угу, угу. Так, так, нет. Так. Блять, ну это уже далеко. Так где? А, вот продукт. Так, 645, аэрозольная форма. Так, 645, А3. Так. Это будет очень просто на самом деле. Так. Так, стоп, а что тут? Ага. Так, гермоэндэктомия. Гистерэкскопия, блин. Радиакальное измерение. Так, все. Колектомия частично. Колектомия. Ну ничего, так легче будет подобрать. Все, это прошли. Пневмотракса. Торактомия пневмотракса. Так, прошли. Простэктоктомия, блядь. Тузилэктомия. Тонзиэлэктомия, блядь. Угу. Аппендэктомия. Каротидная эндэктомия. Но звук какой-то должен быть. Просто интересно. Холецистэктомия. Бля, ебать, сколько тут диагнозов. Вы чё, больные, что ли?
Кроношунтирование. Так, шунтирование, я не помню, было, нет? Гермоэндэктомия, вот это вроде было. Понятно, короче, я тут нихера не подберу. Так. Ну давай, ну беги. Так, сюда должно быть открыто. Нет. Странно. Очень странно. Давай. Объект, группа, инкубация, дней, стазис. Мне кажется, вот это все не зря здесь стоит. Объект. Объект, я понял, 645, что-то там. Нет, а 3 там было? Нет, в смысле, а 3 было. А 2, а вот тут, наверное, было 3. Блять, 645. Блять, я говорю там. Блять, я не уйду, пока не вижусь в этом. А еще какая-то херня. Терминал. Я его не трогал. А, нет, я его трогал. Давай, 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 быстрее, 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 а то что-то задерживаться уже начинаем конкретно. Так. Так, погнали. Так, 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 так. ПС. Так. Вот, стоп, стоп. 645, а 3. Все правильно. Все, сука, правильно. Шестьсот сорок пять, а два. Тут ничего нету. Угу. Так. Один нет. Короче, ладно. В следующей серии разберемся, я так думаю. Ну что, я надеюсь, что все понравилось. Как обычно, прошу писать комментарии, только их. Всех люблю, целую.
Меня начинают терзать серьезные сомнения по поводу моего IQ.